Влад Барули, нападающий команды «Амур». Влад, расскажи про сегодняшнюю игру. Насколько был высокий накал и тяжелый ли был матч? Тяжелый матч, потому что у нас накладывается. Мы только с одного выезда приехали. Сразу игра была в Хабаровске, и опять на выезд. И, естественно, физически мы немного тяжеловато себя ощущаем. Но сегодня такая игра была характеров, и у нас он оказался посильнее, я думаю. Как раз-таки две последние шайбы ворота «Адмирал» забиваешь ты. Последнюю шайбу в матче прошлом, который состоялся в Хабаровске. Ну и сегодня единственную победную. Тяжело ли она далась? У тебя сегодня было много попыток, сам узнаешь. Ну, в таких матчах, мне кажется, всегда нужно какой-то мусорный гол найти, когда она просто не идет, когда игра до одного гола идет. Ну да, тяжело далось через работу. Ну, как раз-таки в тех моментах, где удавалось не мусорно, да, возможно, можно было забить, а красиво, что шло не так и какие мысли посещали? Ну, в этой игре никаких мыслей. Там в первых сменах только таких два момента были, там искал пас. Может, надо было пробовать самому забивать. Ну, потом разберу этот момент. Как бы сейчас сложно на эмоциях таких. Месячный перерыв нас ждет в матчах с «Адмиралом». Есть время разгрузить голову от дерби, готовиться к матчам на следующем. Какое настроение сейчас у команды? Да, хорошее, но все понимают, что нужно оказаться в восьмерке по итогам регулярного сезона. Еще впереди много работы, много игр. Тяжелые соперники с вершины таблицы. Поэтому настраиваемся дальше набирать очки в поездке, потом в домашней серии и так далее. То есть игра за игрой.